Сторонники партии «Единая Россия» Московской области инициировали проведение серии интеллектуальных состязаний на базе музейного комплекса «Зоя» в деревне Петрищево Русского городского округа. 12 октября состоялась первая игра. В ней приняли участие команды, в состав которых входило по 5 человек из Можайска, Нарофоминска, Рузы и Одинцова. Интеллектуальное соревнование завершилось победой команды «Историк» из Русского округа.